Погорельцам из Сталинки нужны теплые вещи, детская одежда, питание и лекарства. Накануне в поселке Октябрьского района сгорели два многоквартирника. В них жили больше 80 человек. Для них сейчас организовали сбор вещей. Как сообщили в МЧС по Югре, пожар тушили 4 часа. Из домов эвакуировали 69 человек. Пострадавшим тут же оказали медицинскую помощь. 4 таринцев отправили в Нягоньскую окружную клиническую больницу. Двое из них сейчас находятся в состоянии средней степени тяжести. Еще двое в удовлетворительном состоянии. Для погорельцев в поселковом центре культуры и спорта развернули пункт временного размещения, но пока туда никто не обратился. Питание для них организовали в школе. В ближайшее время для пострадавших подготовят номера в двух гостиницах и комнаты в общежитии ТНК «Нягонь». Отмечу, сгоревшие дома находятся на большом расстоянии друг от друга. Огонь перекинуться с одного здания на другое просто не мог. Люди эвакуировались до прибытия, то есть люди самостоятельно покидали квартиры. Среди этих 83 человек зарегистрировано 30 детей, по спискам все проверены, то есть отсутствующих, либо неизвестная судьба, которых таких людей нет. На месте сейчас работают, то есть проводят опрос очевидцев пожара, непосредственно участников тушения пожара, осмотр места пожара. Сегодня же с утра туда прибыла испытательная пожарная лаборатория для проведения необходимых экспертиз. Предварительно рассматривается, то есть, конечно, рассматривается весь комплекс причин, но в основные версии пока выдвигается неосторожное обращение с огнем либо поджог. Также рассматривается версия неисправности электрического оборудования.